Всем привет, всем привет! Ну а на ваших экранах все, что я успел скупить. Еще раз всем большое спасибо за валентинки, кто мне дарил. Не забывайте про комментарии на прошлое видео. Обязательно жду все комментарии, будем там разыгрывать месячные планы. Ну а тут мы радуемся большому количеству кредитов, которые я в конце концов получил. Но если честно, было не так много топовых вещей, которые действительно мне хорошо так попадали. Поэтому всего получилось около 10 миллионов. Ну и где-то может быть 11,5. Ну прям действительно печально. Я вытаскивал намного больше вещей. Даже ни одной вещи 15 уровня не упало. Не то что говорить, что ружка хорошая какая-нибудь упала там 30 уровня. Или оружие там адекватное 29-го. Прям совсем печально. Даже калаша не выпало, который постоянно-постоянно падал. Очень обидно с дропом было. Ну и самое интересное. Посмотрите, пожалуйста, видео 2018 года по Дню Святого Валентина. И посмотрите, насколько длился долго праздник и насколько много вещей выпадало. Сейчас это прям немножко как-то дешево. Homie day and night, got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Homie day and night, got the party jumping, about to break the ice.